Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и вот какое-то старое задание я выполнял, только вот зашел получить награду, и дают нам набор саркастодона. Ну, по-моему, я даже это видео снимал. Вот такой вот у нас полумедведь. Редкий кайнозовский. Так, это мы выполнили. Вот даже еще нам что-то дают, какую-то награду. Так, у себя я здесь еще не сражался. Это уже мой аккаунт. Нужно будет тут пободаться. Но нас интересует кое-что другое. Кстати, немножко в гавани прикупил баксов. Немножко там генов. Нормально так, по пару тысяч, по 5, по 3 долларов. Там, в общем-то, регулярно разок-другой в неделю в гавани можно рубить бабло, ребята. Так что просто будьте внимательны и старайтесь просто их не тратить. И все у вас будет в шоколаде. Со временем насобираете и гены, и доллары. Так что все в этой игре возможно. Без доната особого. Ну, не считая, конечно, виповских динозавров. Так, у нас есть... Давайте зайдем вот так вот. Новости. Прекрасно набор. Так, только лучше это предлагает нам купить. Смотрите, какие длинные пальцы у велоцирапторов. Так, тиранозавров в каждом наборе, не упустите свой шанс. Ну да, спасибо, мы уже ни одного такого выиграли. Мы стараемся без покупок жить. Оформите VIP-статус, спасибо, ничего интересного там нет. И вот эта прекрасная картинка, смотрите, это из парка Карибского периода, сражение тиранозавра и раптора в холле, да. Прикольно выглядит. Давайте, в принципе, сюда мы и перейдем. Что у нас есть сейчас? Шоу арены, наверное, мы выполним с вами. Но начнем мы, конечно же, с последнего столкновения. Ну да, это и был конец фильма. То есть это все у нас посвящено 25-летию парка юрского периода фильму. Погнали. Так, и здесь у нас будут крутые тирексы, такие как были рапторы, в общем-то, шикардос. Люблю такие бои, когда нам предоставляется возможность сразиться с прокачанными такими вот динозаврами. Так, условия нам какое-то ставят без ограничений, ребята. Вот такой. Так, с кем ты будешь сражаться? Так, акроконтозавр намного сильнее. Супрано титан тоже сильнее. Вот Юдон напрашивается. Юдон или эрлифозавр. О, подождите, у нас же событие какое. Давайте с Траодоном. Вот они практически равны. Можно и Доминуса 20 взять. Ну ладно, у нас первая битва будет последней битвой. Это у нас представитель рапторов. Так, ну, собственно говоря, тут каждый из нас может убить за два удара, наверное. Ну, давай. Молодец, я его четенько поймал, подгадал, подловил. И легко победил. Так, а там у нас в фильме, я уже не помню, кто нас побеждал, ребята. Рапторы. Не, тиранозавр же там он их съел, да, он же перегрыз там. Победил тиранозавр в том бою. Так, без ограничений. Два раптора. Черт, я думал, будут тирексы все сильнее и сильнее. Так, ну, допустим, два этих тирекса пойдут у нас против Индоминуса 20-го. Вполне себе равная битва. Сумма их жизни и сила удара примерно равняется Индоминусу. Можно поагрессивничать. Ну, это получается, тогда мы сражались, да, с Тирексом, который был в последней битве в фильме. Теперь у нас рапторы 2. Так, ну пробил. Теперь... Что у тебя там накопилось? 6 баллов. Ну,
3 я выдержу. Даже 4. Пробил, представляете себе? Не ожидал. Не ожидал. Ну ладно. Значит, у нас есть еще юдончика, например, можно взять. Ну, там все понятно. Плюс-минус балл в защиту, и все было бы решено. Давайте попытаемся еще раз. Одним юдоном. Юдон бы, кстати, выжил. Он нанес ударов 3000. А у нас 3130. Черт, он выжил. Так, один. Ну чё, рискуем? И побеждаем. Да, если бы он поставил в защиту все баллы, 3. Так, и мы получили набор парк юрского периода. Ворота, точнее. Так, а что у нас там в наборе? А могли бы... А, вот, у нас такие есть, эти самые врата, да, точно вспомнил. Это круто, ребятки. Так, что? Ну, идем дальше. У нас есть любое животное, уровень выше 30. 2-2-2. Хорошо. Два животных выше... О, у нас тут тирексы. Ну, у нас серия просто тиранозавричая. Тиранозаврячая. Так, любое животное. Две штуки. Два раптора. Ну, пусть будет два раптора. Продолжим нашу тематику. Последняя битва. Ну, одного мы потеряем. Я не буду его стараться сохранить. Играем в агрессию. Так, 4 удара ему будет достаточно. И они уже у него должны быть, по-моему. Да, 4. Так, ну на следующий бой у него 3 будет. Не надо было защищаться. Не стоило. Посидим немножко в защите. Молодец. Вот и все. И вы получаете Тирекса на картиночке. Так, ну там посмотрим, что у нас будет в подарке. У нас легендарный Зухамин. Он же почти как Барионикс выглядит. Прикольно такой, какой-то худощавый, с головой, как у утки какой-то. Вот так вот, ребятки, что мне еще остается? Ну, мне нужно посражаться в Омегу своими динозаврами. Ну и турнир с усилениями, думаю, куда-нибудь его примажу, а может и нет. Если будут какие-то интересные идеи по сражениям, то будет видосик по этому турниру. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.